учиться всегда, какой бы он опытный ни был. Если летчик взлетает и уже ничему не учится, он уже перестал быть летчиком, это уже опасно. Каждый полет должен что-то давать. Наверное, именно поэтому Анатолий Уланов, опуская все свои высокие звания, должности и почетные награды, говорит про себя: «Я не инженер и не летчик уже, я пилот-инструктор». Малая авиация – это не то место, где можно учиться на своих ошибках. Люди, которые связали с ней жизнь, должны делиться своим опытом, быть открытыми и честными. Анатолий в авиации уже более 40 лет. После окончания школы товарищ позвал его в московский городской аэроклуб ДСАФ. Первым вертолетом стал Ми-1. В 1994 году прошел подготовку на Робинсоне-22 в Англии. В общей сложности налетал более 6500 часов. Мастер спорта международного класса, многократный чемпион СССР и России. Вместе с Александром Ивановским и Евгением Орловым впервые в мире разработал и выполнил встречный пилотаж на трех вертолетах Ми-2. После завершения спортивной карьеры работал в должности старшего тренера сборной СССР и России. «Авиация – это работа, – говорит Анатолий, – тяжелая и интересная работа. Для того, чтобы каждый российский пилот мог безопасно и свободно летать, необходим ежедневный труд многих людей, в том числе в области воздушного законодательства. В последнее время было принято несколько серьезных документов. Приказ министра транспорта, федеральные авиационные правила. Анатолий принимал участие в редакции этих текстов в части, касающейся авиации общего назначения». Награда, которую я получаю, она для меня имеет такое значение, что я считаю, что 10 лет жизни прожито не зря. Значит, что-то я все-таки сделал за это время, если мне дали какую-то оценку вот этого периода моей деятельности.